сцена уже есть. Совсем скоро жители поселка Горки 10 смогут насладиться концертами и даже театральными постановками. Строительство Дома культуры планируется завершить в третьем квартале 2021 года. Работы идут по графику. На сегодняшний момент у нас на объекте находится 40 человек. Ведутся кровельные работы, заканчиваются кладочные работы, начат монтаж металлоконструкции третьей секции, ведется сборка, монтаж и обвязка ИТП. Вот, готовимся к зимнему режиму в соответствии с распоряжением глав Госстрахнадзора Московской области. На территории около 6 тысяч квадратных метров разместятся киноконцертный зал на 400 человек, кафе, творческие мастерские и студии. Предусмотрен большой спортивный блок с тренажерным залом. Рядом с Домом культуры находится школа Горки 10, в которой учатся более 1300 воспитанников. И, конечно же, время после учебы в нашем Доме культуры будет для них очень востребовано. Это и спортзал, и кинозал, и кружковая работа. Жители ждут открытия культурного центра с нетерпением. Глава муниципалитета Андрей Иванов предложил родителям заранее подумать о том, какие кружки необходимы. Вместе обсудили планы на будущее. Какие будут пожелания, замечания? Что добавить, пока мы еще в стройке? Бассейн. К этому уже мы не добавим бассейн. Территория позволяет построить не только бассейн, но и крытый каток, заметил глава. Вполне возможно, что новый Дом культуры – это только начало. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».